Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить FIFA 19 за Арсенал. Лондон, и он такая ситуация. У меня вышло не время, а есть шанс записать эту серию. Как я сказал, с 15 по 22 часа у меня Итрис вырубает свой с 9 до 20 часов. Ну, бывает и раньше включать, бывают какие-то там ситуации. Вот я надеюсь, что мне дали это записать эту серию. Я снова здесь, в FIFA. Вот так вот, и в этой части у нас, конечно, будет Сёшина игра, потому что следующая игра у нас будет Лига Чемпионов против Барселоны, которую мы играем это предсезонку, которую мы выиграли со счетом 3-0, это предсезонка. А это Лига Чемпионов, групповой этап. Мы уже 3-6 очков имеем, хороший запас у нас есть. Простите, водички, надо было хлебнуть. Вот так вот. Ну ладно, пропускаем мандиньки, я уже тут чуть забыл, что тут есть. Мне 3 серии я записываю, мне параллельно теперь я начинаю записывать оригами. Там уже я уже там на 6-ю серию что проперся. Ну потихонечку записываю заранее, там особо не надо ничего так думать. На концовке какая она есть. Ну ладно, о чем по поводу у нас сейчас FIFA. Что у нас по FIFA? Так, окей, посмотрим, кто у нас готов играть. Вообще-то они готовы, но только я не особо хочу, чтобы он играл. Даже Чалова мы вообще резерв уберем тебе. О, а это уже все постарело у нас. Сколько тебе лет-то? И то я сделал. 32 года. Ну, нормально вообще, 25 лет. А Чалову сколько? 26. Постарее он. Так, окей. Центральный полузащитник. Уточник у нас меняется, какие-то цап. Ты у нас остаешься, ты у нас тоже остаешься. Берин у нас выходит. Так, ты у нас тоже играешь. Левый защитник. И центральники меняются у нас. Вот так. Вот такой у нас пару событий. Все, такой состав у нас будет против Борсмута, если не ошибаюсь. Команда, соперник серьезный. Что по новостям у нас там написано? Минус 21, так, полное выздоровление, замечательно. Это просто супер. 21, ну, 22 миллиона у нас фунтов в данный момент минус, но это все еще впереди у нас поменяется. Что у нас по этому? Так, это мы уже продажи выполнили. Финансовый за 2 сезона увеличит стоимость клуба на 15%. Осталось 2 сезона. Это почему-то у нас не поднимается. Ну, потому что, может, процент слишком маленький у нас поднимается в данный момент. Потому что мы потратили слишком большие деньги. Ну, мы это увидим в конце. Мы еще Лига Чемпионов играем. Типа продаж футболку у нас вообще уже 10 миллионов мы уже продаем. Нифига себе за неделю. 71% нашей прибыли. Мы просто на футболке делаем. А впереди у нас еще трансферы могут быть. Так, а у меня есть время как раз, да? Вот они. Наши два великих. Один левый полузащитник у нас будет. А-а-а, все теперь. С ним, кажется, подписали контракт. Ой, ёпты мать, с ним подписали. Тут не только, вот он. Да, с ним тоже подписать контракт. Нифига не стоит. А ты сколько стоишь? Я, короче, ни одного не смогу купить. Ну, это хоть зарплата нормальная. Но это вообще зарплата бешеная. Волевого защитника можно взять. Только мы его не возьмем никак. Заступные можно было бы приобрести его. Ну ладно, так, что у нас дальше? Что я хотел? Я хотел сюда сойти. Задача. Любую позицию, там уже много игроков нашли. Ну давай тебя посмотрим. Это мы уже знаем. 28 лет. 285, нет, не подойдет. Отступные. Слишком мой 86.
83. Во. Тоже можно добавить. 89. Если возможность будет, будем собирать команду. Но пока есть возможность, потому что впереди. Нифига, 81, 29, чоп. 12 миллионов стоит, что-то дешево вообще. А, ну 81, ладно. Окей. Но все равно дешенько. 32 года. Нифига себе, верный бразилец как нападающий. А да это интересно, проверим этого игрока. Форма плохая у него вообще, уже жестокая, я так понял. Отступные слишком мало. Вот 88 чоп. Можно тоже себе добавить, только 30 лет ему. Тоже 31, 87 тоже можно добавить, посмотреть. Вот 87, 28 лет. Отступные 101 миллион, блин. Ну, зарплата такая нормальная. Вот еще левый защитник какой-то. У меня слишком маленькие отступные. Слишком маленькие отступные. О! 59 миллионов, вратарь. 93 общие, замечательно. 59 миллионов, но мы вряд ли его купить сможем. Вот 87, еще один вратарь. 25 лет. 25 лет, 87. Очумей просто. Зря мы того купили, кажется, я чувствую. Центральный защитник, 87. Может даже приобрести будет его зимой. Чоп тоже 86, 27 лет. Восемьдесят шесть. 30 лет. И они все старики уже по этим возрасту. По такому возрасту они все старики уже. Вот 87. Ну ладно, добавим, посмотрим. Может, может бесплатно какого-нибудь возьмем зимой. Ну это нет, конечно. Чанин. 88. Добавить трансфера. Вот это нормально, 28 лет. 86. Чего-то 91. А, вратарь. Ну, понятно. Ну, мы тоже добавляем его, один из лучших мира. Просто так, пусть он будет. Так, тебя тоже добавляем. Цап. Тоже добавляем. Плохо. Что-то у них вообще там. Фиговая. У тебя надо посмотреть. Вот с такой команды нет. Так, ты не слишком хорош, так ты понятное дело. Вот еще один 87, 27 лет. Во, 89 чоп. Тоже добавляем, смотрим. 87 центральное значение тоже добавляем. 9 месяцев. Нихуя. А мы даже купить его сможем. 18 миллионов стоит. 87. Конечно, будет быстро падать. Я об этом не спорю. Вот еще. Есть дарование. О, 87, 27 лет. Тоже добавляем список. У 89 из Реал Мадрида. Странный защитник. 87. Он за Барселоне играет. Очуметь.
делать продолжение. Ну, понятное дело. Мы его фиг возьмем. Ну, это тоже добавляем. Так, о, Неймар. 89. Ну, ладно, тоже добавим его. Он в FIFA другой, на самом деле. Вот 88 еще. Из Эвертона. Не, ведь Сап, да? Нет, да-да-да. Вообще-то 84. Да не, не особо. Слишком дофига нападающих. Во! Левый защитник. А, у нас-то есть, блин, ё-моё. Ну все. О, 9 месяцев, вот. А там 9 месяцев написано. Короче, понятно. Так, мы полазили, все, достаточно уже время потратили на трансферы. Посмотрели, кого надо. Там отчет придет чуть позже, мы переходим к игре. У нас со мной единственная игра. Зимой посмотрим, что у нас произойдет. Может, опять какая-то перестройка. Но при этом нам нужны деньги. А чтобы нужны еще получить деньги, нам надо продавать игроков. Ну что, переходим к матчу. Слушаем лучше комментаторов. Дамы и господа, в этот футбольный день вас приветствуют Константин Генич и Георгий Черданцев. Ждем сегодня яркой игры со стороны обеих команд. Сегодня Борнмут встречается с Арсеналом. К этой игре Арсенал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Да, защита у них в этом сезоне действительно в полном порядке. Но пока загадывать, конечно, рано. Давай смотреть. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Уважаемые болельщики, на экранах расстановка команды на эту игру. Да, и как мы видим, один из форвардов сыграет немножечко в оттяжке. Thanks. Good game. Good game. Thanks a lot. Good game. Hey, good game. Thanks. Good game. Cheers. Good luck. Эта команда привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких, быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидная перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Thank you for attending the Vitality Stadium. Enjoy the game. Ну что, матч начинается, мы играем в гостях, господа. Состав у нас не основной. Наконец у нас вышел прошлого сезона бомбардир английской премьер-лиги нашей команды. Вот вы только что его слышали. Надеюсь, он в этом сезоне тоже себя покажет, но конкуренция у него сейчас огромная стала. Среди двух-трех игроков, а там что дальше у нас будет, я не знаю. Это его первый матч в лиге. Вообще первый матч сезона официальный. Он только из травмы вышел. В конце сезона он получил прошлый сезон. У нас травмы, и тут у нас гол забиваем быстрый на 5-й минуте. Очень резкое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защиты? Yeah.
Мяч в центре поля. Арсенал только что повел в счете. Ну, это замечательно. Роберт Скоф. Не дает этой атаке оборона развиться. Все замечательно, просто офигенно. Продолжаем игру. Мы перехватываем пас, и тут хороший пас дальше. И тут у нас неточные пасы пошли уже. И мы его теряем мяч. Если не ошибаюсь, мы еще в этой лиге не проигрываем, да? Но только перед сезонки, а так у нас не было проигрыша ни разу. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать. Это просто замечательно, хороший пас, даем навес никуда, ни сюда, никому мы не попадаем. Прекрасное завершение гол, все очень четко сыграно. Еще раз смотрим, как был забит гол, аккуратный и точный удар в касание в правый угол. Ну, и все, улетел у нас мяч. Абдул Рахман Баба. Терпеливо ждут они своего шанса. Лофтус Чик. Хороший пас. Ну, куда как такой пас давать? Как бы нелепо. И мы побеждаем мяч, но при этом у нас не остается. И теперь Борсман у нас продолжает свою атаку, но только он отдает пас назад. Мы его отбираем, но отбираем очень плохо, и опять он с мячом остается. И что они решили сделать, интересно. По флангу все-таки они пошли. Ну, здесь спокойно забираем мяч. И опять нелепым пасом, дурацким пасом, который, как всегда, мы теряем мяч. И тут у нас опасный момент. Удар поворотом, но вратарь справляется с этим ударом. Продолжаем дальше нашу игру. Даем пас вперед. И тут надо пас давать. Мой теперь игрок передержал мяч. И мы не успеваем его отнимать. Но мы отнимаем мяч. Нет, не отнимаем мяч. Мы сейчас перехватываем спокойно его. Даем по флангу. Ну, хороший навес, удар головой. Ну, вратарь забирает этот мяч. Спокойно. Ну, наша продолжается игра. Шанс убежать. Прости за кашель. Продолжаю игру. Хороший навес. Я не успеваю. Ну, точнее, забивает нам гол с головой. 1-1, господа. 1-1. Я думаю, не пропустим ни одного. Ну, мы пропускаем. Да, таким подарком грех был не воспользоваться. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный, и головой удар оказался не берущимся. Поздравляем его вторым голом английской премьер-лиги. Значит, не только нам забивал голы. Ну что, мы начинаем в середине поля. Первым пасом у нас, господа. После гола. И мы продолжаем дальше игру. Я как повторяю, состав не стартовый. Но этот состав может выигрывать. И тут чуть не успевает игрок за мячом. Вратарь успевает его выйти. И он убивает его мяч. Спокойно тебе. Мы забираем его. Забрали. Не, забрали. Все нормально. Забрали. Мы ей чуть не потеряли мяч. Даем снова пас. Снова у нас пас. И мы приближаемся. У нас хороший удар поворотом. Но вратарь вытаскивает его. И мяч уходит угловой. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Он шел в створ. Но может выше. Могу ошибаться. Но это все еще впереди. У нас теперь угловой. Мы продолжаем игру. И прямо в центр штрафной. Хороший удар мог быть, но увы, ничего не получается. Навес второй. Но мы тут проигрываем, но мяч у нас остается. Мы даем центральным защитникам. И тут неточный пас. Какой неточный пас был. Как ты так мог промахнуться, а? Продолжается у нас игра. Замечательно, перехватываем. Продолжаем дальше.
Есть шанс развернуть контратаку. Затянули контратаку. И еще продолжаем. Подавай! Шанс для Арсенала. Ну где там, блядь? Ну это вообще просто слишком жестоко было. Остается 5 минут у нас, и там дополнительное время. Господа, первый тайм пока подходит к концу. Пока 1-1 у нас. Я не думаю, что мы пропустим один гол. Ну, команда молодцы. Реализовали. Ну, мы быстро сделали, конечно, быстро гол. Слушай, а тут у нас опасный момент, может быть, нет. У нас мяч перехватывают, все замечательно. У нас один нападающий с мячом. Даем дальше пас. Ну, такой нелепый пас был. Это вообще жестокий. И он косит игрока. А это может желтый быть. После свистка. 3 минуты добавляют дополнительное времени. Мы тут просто падаем, и тут такой опасный момент. Ну, слава богу, мимо ворот. И желтую, да? Ну что, мастер, я отработал арбитр, не забыл то нарушение, после которого он позволил проводить. Давай что получишь желтую. Теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Ну, хорошо, выбиваем мяч, и у нас свисток, по идее, должен быть. Заканчивается у нас первый тайм, не? Нам надо поиграть чуть мячик. Да, не дают нам спокойно поиграть. Заканчивается наш первый тайм со счет 1-1. Ну что же, первый тайм у нас окончен, команда... Ну что, Ливерпуль 0-0 играет, и мы переходим ко второму тайму, господа. И желтая карточка, надо его скоро менять. Лиги чемпионов с красной, конечно, он может сыграть, но... Премьер-лиги следующий матч лучше бы выпустить. Хороший пас, снова продолжаем игру. Опоздал мяч. И будем как дураки тут. И тут хороший момент. И он мог забить гол. И тут навес. Но он был не точен. Но мяч остается у нас. Лофтус-чик. По флангу даем пас. Навес. И он один тут был. Ну это слишком высоко ворот. Ну куда ты так бьешь-то, блин, высоко-то, а? Действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Да, вот это просто событие, да. Продолжаем игру. Лофтус-чик. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Абдул-Рахман Баба. Да ёб твою мать, вот это шанс был забить гол. Офсайд, что ли? Ай, офсайд тут нашли. Офсайд тут нашли, господа. Ну да, видно было. Но я не заметил. Продолжаем мы игру. Да, как я подбежал, он решил бить. Да, хорошо, бля, отскочил от нашего игрока. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Продолжаем мы игру. Да, следующая игра у нас против Барселоны, но это уже следующая серия, господа. А когда она выйдет, тоже неизвестно. И записывать тоже не знаю. И тут такой хороший шанс, он накидывает на себя. Ну, увы, мяч проходит. Ну, а отрикошетил хорошо, обработал. Да, я слышу про это. Знаешь, пока подробностей никаких нет, так что загадывать... И хороший удар, но надо было подольше передержать мяч и в угол какого-нибудь убить, а не в центр прямо игрока. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Опасно было делать. Что нам у нас прилагают? Ну давайте поменяем. Если они просят, давайте поменяем. Точнее, помощник мне говорит об этом. Лучше так поменять. Мы это делаем.
Да, этот игрок на себя сильно не похож. Но это не важно, особо нет. По слухам, FIFA 2020 FIFA, то, что Ювентус там будет, игроки будут, а в самом названии Ювентуса и Бремы может не быть. Это ж ПС, ВПС. Взяла все эти, как называется-то. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Ну, заключил договор с Ювентусом, из-за этого она и получает. Там теперь будет Ювентус официально, а здесь подавай. Игроки будут. А вот и Брема, и название может не быть, и мы чуть не теряем, не тут чуть нам не забивает голы за этот Ювентус. Очень жаль, конечно, я FIFA больше люблю, больше... Скажу честно, потому что тут официальные команды есть. И Бремы, название игроков, ну хоть какие-то игроки хоть похожи. Ну, не все, конечно, понятное дело. Но все равно же. Игры в мяче близко не было. Здесь, по-моему, все да. Однозначно. Явная игра в ногу. Желтая карточка, да? В футболе такое всегда карается штрафным. Думаю, решили сделать пас. Смотрим начало атаки. Будет навес! Навес будет, только куда и чему, не знаю почему. Ну что, продолжаем игру, заходим в паузу, они там дают пас, может даже контратака случится. Ну, я посмотрю, кто у нас может выйти вообще на поле. Ты центральный защитник, выйдешь вместо тебя, на всякий случай обновим составчик. И все-таки ты выйдешь у нас на поле. Четверть часа еще играть команда. Замену ну, это 15 минут. Да, это должно освежить игру, но хотя бы немножко. Даем пас. По задумке пас. Великолепный пас. Бля, не тому пас, а. Что дальше? Это удар. Бля, хороший бы удар. И тут вратарь поза затащил момент. И снова у нас угловой, господа. Угловой. И у нас две замены. У нас выходит лучший по наших среди наших нападающих, но это пока временно, еще я думаю, впереди будет у нас выше его. Но покупать за такие большие деньги 90-го, конечно, тоже, блин, не особо хорошо, потому что 90 и 30 лет это уже что-то значение. И тут у нас контратака! И вратарь спасает наши ворота. Ну, мяч уходит на угловой. Ну что, продолжаем игру. У нас игра продолжается. Хороший вратарь отбивает хорошо мяч. Но все равно мяч остается у Борсмута. Ну. Опа, она. И все. Замечательно. Мы перехватываем мяч. Даем пас. Ай, блин, ну это слишком грубо. Я не успел уйти от него. Не успел. Желтая карточка. Еще одна желтая карточка. Робинсон. Ну смотрите сами, это штрафной. Железный штрафной. Ух, какой все-таки опасный подкат и наказание совершенно. Готов свежий игрок пойти у нас. На последних минутах ничейного матча это отличный шанс выйти вперед. Слишком высоко, слишком высоко. Ты даже в створ не попал, хотя удар получился. Но мне кажется, вратарь все видел и контролировал. Да слишком, я и говорю об этом. Ну чё, у нас идет к ничье, господа. Шанс есть забить гол под конец самый. Ну что, 5 минут осталось. Ловко. Не тому. Да опять не тому. Кому вы даете пас, а? Не применил этим воспользоваться. Есть у Борнмута на... Продолжаем нашу игру. Это слишком опасно, ну воротай просто молодчину, просто вытащил этот мяч. Вышел, блин. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие так, по центру пойдем. Нас ждут. Время матча на исходе, у Арсенала есть. Но и мы забиваем гол, господа. Мы это делаем. На 90 плюс. Очуменно просто. Очуменно.
Ну что, похоже, в этой игре все-таки будет победитель. На то, чтобы отыграться, у команды просто не остается времени. Пусть и банально, но везет тому, кто везет. Никто не хотел проигрывать, но желание выиграть все-таки у одной команды оказалось сильнее. Радуется тренер. Пока все складывается для его команды удачно. Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Да, все замечательно. Угадали мы заменные, только вот сейчас такой косяк натворили, непонятно. Ну. Опа. Хорошо увидел партнера впереди. И подача туда, в сторону ворот. Вот это опасный момент, вот это опасный момент был. Вот это они могли здесь отзакрепать, мне гольчик. Ну, увы, у них ничего не получилось для них. Все, побеждаем в этом матче мы за счетом 2-1. Знаешь, она, по-моему, приложила чуть больше усилий для сегодняшней победы. Так что все закономерно. Продолжаем мы борьбу сегодня английской премьер-лиги. И впереди у нас Лига чемпионов. Это мы все прекрасно видели. Давайте перейдем в общие сведения. По общим сведениям у нас 1-2 по голам, ударов 6-1, ударов 45-7, владение мячом 45-55%, бой мяча 2-4, нарушение 2-1, желтых 2-1, офсайд 0-1, угловые 1-3, точные удары 83-63%, точный пас 85-87%. Да, у нас такой поворот событий, конечно, точный пас у нас меньше, и, ну, больше били. А тут Ливерпуль играет 1-1. Даже Челси 1-1 играет. Лестер Сити побеждает Ньюкасл Юнайтед. Замечательный расклад. Сейчас у нас Лига Чемпионов. У нас оба у Барселоны, у меня по 6 очков. И мы переходим к развитию игрокам. Да, чашка у нас, этот центральный защитник поднимается. Сколько ему, 20 лет уже, поднимается долго. Это вообще фиг поднимется у нас. Просто все замечательно. Ну вот у нас Лига Чемпионов, это пресс-конференция у нас впереди будет. Можно сказать, тут все игроки устали, но это все заменится, все поменяется, все сделать в следующей серии. На этой ноте мы заканчиваем, господа. Увидимся в следующей серии. Итоги прохождения. Всего удачи вам и пока.